и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказанья перепишет, доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Александр Сергеевич Пушкин. В 200 километрах к северо-востоку от Москвы, на берегах озера Нера, находится древний город Ростов Великий. Во второй половине 17 века при митрополите Ионе III Сысоевиче, крупнейшем церковном и государственном деятеле, здесь, в сердце города, сооружается архиерейский двор, получивший название Ростовский Кремль. Великолепно сохранившийся до наших дней архитектурный ансамбль древнего Кремля по замыслу митрополита Ионы должен был воплотить земной рай, проявление горнего Иерусалима здесь, на земле. О былой славе города, его величии и вечном стремлении русской души к возвышенному напоминают сегодня росписи храмов, древние иконы и летописные книги. Живые факты, материалы, документы истории дошли до наших дней благодаря идее открыть в 1883 году в старинных палатах Кремля музей. Впервые мысль о создании музея в реставрированной Белой палате была сказана архиепископом Иоаннафаном. Чтобы отреставрированная палата трапезная не была праздною, было решено здесь открыть музей церковных древностей. Иоаннафан не просто как бы благословил основание музея церковных древностей, но после открытия музея здесь он даже в самом музее издал циркулярное распоряжение всем благочинным способствовать тому, чтобы эти предметы старинной церковной культуры привозились в Ростовский музей. Благодаря этому распоряжению музей получил неиссякаемый источник поступлений. Отдавали и отдельные вещи, и целые коллекции. Среди них были необычайно значимые по художественной и исторической ценности поступления. Например, резной крест дьяка Стефана Бородатого 1458 года. Церковные редкости приносили крестьяне, ремесленники, купцы, присылали ростовцы, москвичи, ярославцы. Будущие экспонаты привозили в дар музею целыми подводами. Особенно много икон и церковной утвари передали из близлежащих монастырей. В первые три года фонду музея было подарено более 10 тысяч предметов, а закуплено лишь немногим более 800. Когда музею стало тесно в стенах Белой палаты, открыли несколько новых залов.
для отдела церковной утвари, икон, собрания рукописей и книг, собрания гравюр, картин и фотографий. Сегодня музей хранит свыше 1000 икон 14-20 веков. Русь всегда бережно относилась к духовным откровениям иконописцев. Икона издревле была обязательной принадлежностью каждого дома, от княжеского дворца до крестьянской избы, сопровождала человека от рождения до смерти. В праздники и дни испытаний иконами благословляли народ, землю, воинов. Здесь, в залах музея, собраны ранние иконы ростовской земли. В некоторых сюжетах проявилось особое почитание русских святых. К началу XVI века относится редкая икона «Дмитрий Солунский в житии». Икон с изображением этого святого дошло до наших дней немного. Более известное изображение святого Дмитрия на коне, поражающего языческого коня Калуяна. В Ростовском музее находится икона другого типа. В среднике ее святой Дмитрий, а вокруг расположены 14 клейм с его житием. Клейма рассказывают о чудесах святого Дмитрия и его подвигах. С особой любовью занимались лицевым шитьем или живописью шелками. В музее представлено несколько образцов лицевого шитья ростовских мастериц, но особо выделены привозные образцы московских великокняжеских мастерских лицевого шитья. Древнейший из них – надгробный покров Леонтия Ростовского 1514 года, вложенный князем Василием III и его первой женой Соломонией Сабуровой в Успенский собор Ростова.
в XIX веке наш Ростовский музей церковных древностей становится одним из богатейших музеев того времени. И я так думаю, что как хорошо, что в музеях сохранилось то, что могло исчезнуть. Конечно, эти иконы должны остаться в музее, чтобы способствовать созданию новой церковной искусства, что эти иконы должны вдохновлять иконописцев, и чтобы они создавали тоже шедевры. И кто его знает, может быть, у нас так духовно выстроится наш мир, что появятся художники, ну пусть не уровня Андрея Рублева, но тоже значительные, но уже нового времени. Вторая половина XIX века. Надо отметить, что только пожертвования местных любителей старины дали возможность приступить к первой основательной реставрации Ростовского Кремля. Вот небольшие примеры. Расходы на реставрацию храма взял на себя бывший городской голова, ростовский купец Иван Кекин. Особое опасение сотрудников музея вызывало состояние входных арок со стороны Соборной площади. Арки дали трещину, и в любую минуту покоящаяся над ними галерея могла рухнуть. Каменные работы, причем из самого лучшего, специально заказанного материала, исполнила Владимирская артель каменщиков во главе с Иваном Ларионовым. Реставрационные работы включали в себя укрепление фундаментов, починку стен, обновление сводов и покрытие кровли и куполов. В древнерусских летописях нет слова «фреска». Это слово заимствовано у итальянских художников. Оно означает «свежий», «по-свежему». На Руси это искусство именовалось «писать на стене». Прежде чем приступить к письму, мастерам приходилось делать сложную подготовительную работу по изготовлению грунта. И только после этого начиналась работа красками. В протоколе заседания комиссии по реставрации памятников Кремля сохранилось заявление иконописца из Мстёры Лопакова. Он предлагал взять на себя подряд на промывку и исправление стенописи в Спасском соборе. К работе он привлек также мстерских грекописцев, как было записано, вполне знакомых с характером древней иконописи. Комиссия заключила с ними договор, вся живопись алтаря и основного куба храма была подновлена, а местами записана полностью. Через 20 лет Ростовскому Кремлю была возвращена его первоначальная красота. Знаменитый Кремль сохранен до наших дней. Вторую жизнь дают ему забота и любовь не только реставраторов, но и многих ростовцев, пожелавших остаться неизвестными. Путешественники называли «Золотое кольцо России» «Украсно украшенная русская земля». Говорили, это духовное сердце России. Сегодня древние города – хранилище духовной памяти нескольких поколений, воплощение ясности, величия и красоты. История – это постоянная смена жизни через порог смерти. Лев Гумилев.